В Ярославле появилось солнечное дерево зонт. Высокий тополь у музея-заповедника украсили 40 желтых и оранжевых настоящих зонтиков. Сегодня с самого утра их прикрепляли сотрудники горзеленхозстроя. Накануне они обрезали некоторые ветки, а сегодня почти весь день провели на высоте 20 метров. Идея украсить дерево зонтиками родилась в мэрии Ярославля. Юлия Тихомирова знает. Юлия Тихомирова сегодня все это видела. Подобные украшения есть в Германии и на Украине, а теперь в нашем городе создатели ярославского солнечного дерева надеются, что обновки продержатся на тополе долго. Авторы проекта рассчитывают, красочное дерево будет повышать настроение ярославцам и привлекать массу туристов. Мы же не знали, как это все делается. В общем-то, изобретаем велосипед, поэтому долго так получается. На проволочку привязываем ручку зонта к ветке, а потом еще делаем стяжку такую, чтобы зонтик не выворачивало ветром. Вот люди идут, улыбаются. Значит, вроде все хорошо и красиво. На фоне вот такого мрачного неба такое что-то веселое стоит.